Хейо, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем путанное дело. Наши разборки, связанные с убийством девчонки, которая любила рисовать. Мы открыли дверь в сад, и давайте проверим, что же здесь. Сад на крыше. It's a rose bush. Розовый куст, растущий на маленькой клочке голубоглавой земли. Короче, у нас с вами много вещей, которые можно проверить и нужно. Так, считай парочку лепестков на полу, с одной стороны, за ним, кажется, очень хорошо ухаживают. И сами розы такие красные. А обычная роза не такого цвета? Вот именно. Еще одна статуя, эти кусты едва ли ее скрывают. На этот раз они играют на лютне. А еще у него на голове наушники. Но это не часть статуи. Это не простые наушники, они блокируют звук. Статуя лютней. Слегка потерянная статуя странного существа, держащего лютни. На голове у статуи... Так. Плотные наушники. Ух ты, какая огромная стрекоза. Или очень маленький дракончик. Гигантская каменная лягушка. Круто. Высунул, как будто она снежинки. Так, снежинки ловит. Только это не снежинки, это перья. Четыре пера. Большинство перьев было найдено на языке большой каменной лягушки. Еще фигурка есть. Не понимаю, почему именно яйца? Well, ну, может, они имеют какое-то особое значение. Или скульптура была просто олень? Что ты имеешь в виду? Яйца, пожалуйста, легче всего создать. Так, по сути, все. Здесь тоже ничего нету. Деревья. На крыше. В саду. В саду, на крыше. It's the door. Дверь в комнату Финца. Один из двух способов попасть в сад. О, oh, yeah. Oh, да. О, oh, как bridge. Хорошо. Мост. I'm glad to know я рад, что есть способ пересечь этот tiny малюсенький пруд. Not all bridges are но все мосты предназначены для того, чтобы пересекать что-то. Окей, что у нас с вами есть вообще? У нас есть вариант того, что сейчас мы пойдем и всех спрашивать будем насчет предметов, которые у нас с вами есть. Это яйцо? Яйцо с птичьими ножками. Все покрыто самоцветами. Совершенно обыкновенный предмет. Мне кажется, самоцветы можно снять. Поменять самоцвет местами поверхности яйца, чтобы увидеть подсказку обратно. Понял. А, так. Алло. А, нихера. А в чем сложность? А, я понял, в чем сложность. Так, к зелененькому. Фиолетовое к синему. Красное к синему. Фиолетовое к красному. Снег фиолетовому. Так, зеленое к желтому. Желтое к фиолетовому. Фиолетовый к синему.
Стоять. Ладно, сделаем таким образом. Красное без зеленого. Правильно. Вот так будем. Зачеркиваем. Фиолетовое к синему. Мне легче на самом деле сделать так просто. Зеленый красному. Так, фиолетовый к. Подождите, а имеет разница в какой постановке она? Думаю, нет. А, нет, нихера. Зеленый, красный, подожди. Может, хера-хера. Фиолетовое, синее. Фиолетовое. Фиолетовое, синее. Может, тут стрелочки тоже важны. Красно-синее. Красно-синее. Два фиолетовых. Это вот это, да? Ну, два розовых. Подожди, это фиолетовый. Это пурпурный. Два пурпурных. Хорошо. Тонкая линия, маленькая. Квадратная. Зеленая, желтая. Так. Короткая. А коротких тут нету. I guess that's wrong. What's the deal? It must mean something. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. А вот короткая, алло. А фиолетовая, желтая. Не понял, стоять. Фиолетовая, синяя. Чё оно нам продало? Each line, the exact same pairs are represented in the clue on the back. They're just rearranged and rotated. Блять, в смысле? Синяя в далекой. Ладно, я понял. Зеленая, красная. Красная вдалеке. Или зеленая вдалеке. Зеленая вдалеке. Красно-синяя. Фу, бля, просто мозг кипит. Красно-синяя. Красная ближе. Квадрат. Зелено-желтый. Так, здесь правильно. Фиолетовый там плевать. Фиолетовый, желтый. Правильно. Все. Did it unlock? А сказать, что там? Nothing. Ничего. Nothing. Ничего. Well, что ж, я без улики не уйду. Пустое яйцо считается right. уликой. Да ведь? Пустое яйцо. Закрыв яйцо, можно будет заглянуть внутрь. Сейчас оно пусто. Так. Подкладка в яйце сделана из мягкого, похожего на бархат материала. Яйцо стоит на медной подставке. Внизу у него три стороны. Ноги с острыми когтями. Ага.
Это граммофон? I think so. Кажется, да. Except it's got a tape deck instead of a turntable. А пластиков он играет кассеты. It's also got a big crack down the middle. А если в нем трещина посередине? Граммофон. Вместо пластинок он воспроизводит кассеты. Так, раструб граммофона направлен на центр комнаты. По всему граммофону до конца раструба, так прямо по касанию, проходит заметная трещина. Трещины, блядь, я вижу во всех почему-то. What about the cassette tape? Что насчет кассеты? Sure is. Она розовая. Pink. Так, треснута кассета. Кассета с трещиной посередине. С одной стороны, так, стороны сделанная от руки надпись для Фрей. Do you think it still works? Думаю, она еще работает. The gramophone? Граммофон? Yeah, we could give мы it a можем go. Попробовать. Так, давай посмотрим, что еще здесь у нас есть. Freya's painting supplies. Краски Фрей. Небольшие стеклянные банки с краской желтой, синей, черной и белой краской. Все стеклянные банки треснуты с одной стороны. Почему все треснуто? Все музыкальные инструменты треснуты. Предположительно, Фрея рисовала картинку, когда ее убили. Кажется, она держала в руках кисточку и палитру, когда упала. Даже не успела отмыть кисточку. На палитру нанесены различные краски. В центре самый большой сгустной черной краски. На кисточке все еще видна засохшая красная краска. There it is. Вот она. So. Я даже не знаю. There it is. So. Давайте прослушаем. Попробовать. Это типа... Музыка пианино? Кассета странная. Так, это запись игры на пианино. Музыка играет недолго, а затем обрывается. Как-то напевает мелодию. Кассета повреждена чернилами. Так, это записи гуляющего на улице человека. Звук искажен, но слышно, как человек что-то мурлычет под нос. Пиздец стрёмный. Пиздец стрёмный. Что-то с этой розовой кассетой не так. Что-то, что вызывает подозрение. Давай спросим Поппи. Мы познакомились с вашим... Он один из подозреваемых, как по мне, так он выглядит достаточно подозрительным. Так вот, если хотите его защитить, это ваш шанс. Nice try. Зря старался. Флора. Anything we should know? Хотите нам что-нибудь рассказать о своих кроме преступлений в окне? Фифи. We spoke to your daughter, мы говорили с вашей дочерью Фифи. She's some kind of super intelligent scientist. Суперски эрудированная ученая. You must be proud of her. Вы должны быть ей гордиться. We spoke to Hawkshaw. Мы говорили с Хокшоу.
I assume she didn't get anything out of you either. Она из вас тоже ничего не вытянула. I bet that really ticked her off. Спорим, что ее вывезло из себя. Фрей, вы были близки с к Фрейм? How are you two related? Вы были родственниками. Did you kill Freya? Вы убили Фрея. Гримор, что? Не, да я сомневаюсь, что нас это слушать. О, она точно слушает. Блин, у меня уже язык заплетаться с первой серии по эту снимать. Фитц. У вас есть что-нибудь общее с Фитцем? Ну, кроме ваших инициалов. Пойнтер. Вы знакомы с мужчиной из другой башни, эти странным профессором Агрессор? Вы можете его видеть из своего окна? А он вас может видеть. Пенни. Что вы знаете о Пенни? Если честно, я не могу представить, что они дружили. Кто знает? Поппи. Вы в хороших отношениях с Поппи? Ничего. Ну, думает. Но... Гримор, а что другим решили записать? Ах, нет, я уже давно забросил делать заметки. Теперь я просто рисую на полях. Так, а теперь все вот это нужно исследовать. Ну, смотрите, у нас еще какие-то неизвестные вещи есть. Вы попросили Фею нарисовать тебя, или это была ее идея? Флора, что это у вас в руке на картине? Некоторые люди кажутся, что это нож. А я знаю, что это. Это, скорее всего, перо было. Вот такое вот перо. И почему перья на улице? Вот задумайтесь. Два прохода, да? Она держала перо. Это перо. Открытое окно. Ладно, дойдем до пера. Потом поймете, о чем я. Вы раньше когда-нибудь видели эту книгу? Знаете, кому она принадлежит? Я действительно думаю, что она что-то скажет. Это же фотография Фифи, не так ли? Ваша дочери. Что вы думаете о хобби вашего мужа? А вы чем-нибудь увлекаетесь? Вы еще не видели, да? Это статутки вашей копии. Кто эти люди рядом с вами? Вам что-то известно об этих птицах? Или вообще о птицах? А что вам известно об этом мужике? Флора, это ваше яйцо? Почему оно заперто на замок? Там внутри что-то есть, или оно пустое? Почему оно ничего не говорит? Это ваш граммофон? Знаете, почему он треснул? А теперь самое интересное, а ну-ка. Вы знаете какие-нибудь из этих перьев? А, смотрите, картина. Объясняю. Вот оно. Законченный портрет. Смотрите, это перо, ребят. Это перо. Вот, наподобие такого пера. Кажется, что это нож, на самом деле она стоит с пером. Почему я сказал, что, скорее всего, это перо? Потому что... Вот где они находятся? Вот где находится лягушка. У лягушки на языке были перья, так? Значит, она стояла с перьями. Когда что-то произошло, я не знаю, перья упали и попали на язык. Прохода только два. Через дом. И... Ну, короче, через две эти... Два входа. Но эти два входа, они как бы закрыты. Понимаете? Надеюсь, понимаете. Погнали остальных спрашивать.
Так. Флора. Милая Флора. Замечательная женщина, да-да. Уже 20 лет как женаты. Вы с ней еще и ладите? Конечно. Что за вопрос? Она с вами не молчит? У нее, конечно же, есть стремление к независимости. Всю жизнь так было. Она самая младшая из трех детей. Всегда была таким одиноким волком. Знаете ли, у нее просто характер такой. Одинокий волк, это еще мягко сказано. Она, кажется, вообще ни с кем не хочет разговаривать. Она просто любит сама по себе быть, подальше от других людей. Других, то есть людей, других, ну да, других людей, ну вы понимаете. Вы уже сейчас наслаждаетесь его присутствием, вот вы и скажите. Проехали. Моя дочь Фиана, наша растущая малышка гений, вы с ней уже познакомились? Да, начинает известна как под именем Фифи. Да, я слышал. Я ее пару недель назад попросил, что плохого в твоем настоящем имени. А она мне говорит, вы только послушайте, что всегда хотела имя с четными числами слогов. Ха-ха-ха-ха. Она всегда выдумывает диковинные вещи в стрессовых ситуациях. А почему вы думаете, что это она так думает? Потому что я знаю настоящую причину, почему она предпочитает Фифи Фионе. О, да. Ее такая Фрей называла. Так, слушайте, а вот мне все равно интересна вещь. Ну, давайте, ладно. Хакшоу. Та еще дамочка, а? Сарантница по ордену Багровой Мании. Мантии. А такое существует? Нет, я так просто. А мы же оба носим, ну, эти красные плащи, вроде это... Она вас уже допросила, если это можно назвать допросом? Все, что я говорил, наебал на ее ужасную скуку. Я тут по сарафанному радио слышал. Говорят, Хакшоу ищет какой-то редкий предмет. Так называемый «золотого жука». Если честно, это наверняка какая-нибудь социальная ерунда. Вы так считаете? Уверен. Не существует никакого сокровища под названием «Желтый жук». А вам куда это знать? Так ведь я был о том, этом услышал. Стоп. Хакшоу, а точно ли ты детектив? Потому что только что он сказал. Она искала по радио, да он слышал, подожди. Supposedly Hawkshaw is searching for some rare item. Something called the honestly. You reckon why? По радио. Фрей. Нередко талантливая художница, но Фрей отличалась многим, а не только своим талантом. Она помогла мне начать мою собственную картину, знаете ли? Научила меня резьбе по дереву. Исполинскому терпению. Она так хорошо общалась с милой Флорой. Фрей дружила с Флорой? Ах да, особенно после в последнее время. How are you related to Фрей? Кем вы приходите, Фрей? Всего лишь дальше родственникам. Мой отец, лорд Феллоу, был ее дедушкой. Теоретически это значит, что она тоже Феллоу. Скажем так, а были дискуссии на тему того, а положено ли носить нашу фамилию. В большом зале изображен наша родословная. Вам стоит на нее взглянуть. А что насчет ее наследия? Родители Фрей умерли, когда ей было всего лишь 3 года. Вскоре после этого она стала жить здесь. Ей кто-нибудь что-нибудь оставил? Боюсь, что нет. У нее было законное претензии на что-либо в путанной башне. Фитц? Я ему не доверяю. Он вертливый, когда не берется на себя никакой обязанности. У него лук вместо лука. Вы что-нибудь происходили с ним о чем-нибудь? О нет, но моей дочери он совсем не нравится. А полностью доверяю мною Фионы. Она же у меня такая бдительная девушка.
Пойнтер. Percival Pointer. А, Приставаль Пойнтер. Старина Перси. Так, что вы думаете, это он убийца? Не знаю, может быть. Но нам это надо дать этот момент, мы не собираемся. Да, я просто говорю, не спускайте с него глаз. Переполненный героическую наш старый Пойнтер. Все потому, что всегда едва находится средства для поддерживания. Плачевная ситуация. Как давно вы с ним знакомы? Более 35 лет. 35 лет. Друзья с детства? Или соперники? Не знаю уж, если окажу ему такую честь, чтобы назвать его своим соперником. Пенни. Пенелопа, кажется, хорошо справилась. Нелегко ей было, когда она была маленькой. Всегда была немного... Почему? Ее воспитали ее дяди, и она уделась время только своей дочери. Теперь же, конечно, она соединит две семьи посредством женитьбы. Желтый поступок искренний. Милый поступок, хоть и тщетный. Поппи. Поппи дружит с моей дочерью давно уже. Мне кажется, они хорошо ладят, потому что они совсем разные. Разные, как это. Но Поппи, она такая вдумчивая, хорошо разбирается в чувствах. А Фиона... Совсем нет. Но при этом Поппи всегда из-за этого хандрит. Дорого, дорого, очень дорого приходить платить за эмоциональную отзывчивость. Так, путаем башню. Очаровательно, не правда ли? Оригинальная постройка семьи Ремингтон. Отца милой Флоры и его партнеров. А теперь она принадлежит вам, семье Филу. Обе семьи, и Филу, и Пайнтера, имели свои роды претензии на собственность. А кто назвал ее Путанной башней? Это Флора придумала. А что это значит? Мне кажется, это... Так, она не хочет, чтобы это что-то значило. Скорее, это начало с чистого листа. После чего? Мне не подобает это обсуждать, но она не ладила со своими братьями и сестрами. Когда они уехали, Флора решила назвать дом по-другому. Думаю, возможно, она надеялась что-то... Так что так, они будут чувствовать себя непрошенными, а значит, меньше вероятность того... That's kind of extreme. Так, это как это... Чересчур, ха. Да, действительно, чересчур, а. Знаете, сколько здесь диалога. Досье. Что это? Это мой досье по делу. По нему я узнаю, что мне следует сделать. То есть вы ограничиваетесь тем, что написано в этом коротеньком досье? Звучит ужасно. Но это обнадеживает статус арфы. Страшное, да ведь? Была и статуя и покрасивее. Годы подождем, и ветер тоже не сделали ее краше. Вы знаете, кто это? А что за существо? Она как-то связана с семейкой истории Ремингтонов. Но сейчас не вспомню. Кажется, это принадлежит Поппи. Я сам ничего не понимаю. Прекрасная картина вышла бы. Жалко, что Фрей не сумела ее закончить. А вам ничего не кажется в ней странным? Ну, все эти современные картины выглядят немного странно, не так ли? Эмоциональность произведения здесь важнее, чем, скажем, анатомическая точность. А что насчет ножа в руке Флоры? Ножа? Вы это видите? А вы нет? Ну, как я уже говорил, художественный замысел Фрейи искажает некие формы. Трудно сказать, что именно здесь изображено. Это перо. Почему бы не спросить это у Фионы? Кажется, это в этом разбирается. Фигурка в горшке. Кажется, это принадлежит Фицу. Где вы это нашли? В библиотеке. Правда? Странно. Я еще никогда такого не видел. Кажется, это ценно. Фрея была такая талантливая. Она умела схватывать души тех, кого рисовала. Не в прямом смысле этого слова, по-хорошему.
Это же одна из картин Фрей, да? Впечатляет, хотя, по-моему, как-то неприглядно. Она еще не в очень хорошем состоянии, если не считать трещины, конечно. А что насчет этих осколков внутри горла? Кажется, кто-то разбил стекло и попытался скрыть доказательства. Хитро. Подожди, осколки. Осколки чего? Может, того шара, помните, которым у нее на столе лежал у этой девчули? Моя дочь Фиона и ее лучшая подруга. Они так быстро выросли. Знаете, почему она так порвана? Ах, да. Я и не заметил. Понятия не имею. Я уже пару лет их вырезаю. Сначала у меня все бестолково получалось, но вскоре я уже освоил это ремесло, как видишь. Вы сами их раскрашиваете? Да, сам. Фрей любезно обучил меня основам. Теперь же я могу вырезать все, что захочу. Конечно же, эта вот статуэтка является портретом основательным на неоспоримом факте. Неоспоримый факт, ага. Значит, у вас есть меч Феликс? Конечно, у меня их огромное количество. Но мое оружие надежно спрятано подальше от путанной башни. Безопасность превыше всего и все такое. Ах, вы нашли ее. Что скажете? Я поспешил немного, когда наносил на следующие штрихи. А вышло ничего так. Что это? А что, конечно же, Флора. В окружении ее любимых людей. Зачем запирать книгу подробным образом? Мы думали, что это тайный дневник. Ага, подростки такие смешные, да ведь? Странное существо. Пенелопа кажется жутко привязана к ним. А вам их не жалко, что они в такой малюсенькой? Да ладно, я уверен, что они давно бы улетели, если бы захотели. Кажется, это принадлежит Фитцу. Никогда не было никакого дела до музыки. Почему бы не спросить у Поппи? Флора здесь обычно что-то хранит? Наверняка, но, честно говоря, я так и не смог разузнать, что. А почему бы просто не спросить у нее? Мне вот кажется, что если кто-то решит спрятать что-то в керамическом яйце, то это потому что, это кто-то не хочет, чтобы его это знали, что там. Что в керамическом яйце? Об этом спрашивает. Всем бы этим правила соблюдать. Граммофон. Флора обожает эту штуковину. Но он в ужасном состоянии. Знаете, что случилось с ним? Совсем нет. Кажется, это принадлежит Поппи. Подожди, это Поппи принадлежит, и это Поппи принадлежит. Странно. Кажется, это краски Фрей. Вы знаете, почему все банки треснуты с одной стороны? Нет, это так странно. Обычно они в превосходном состоянии. Вы так уверенно об этом говорите? Осталась краска на кисточке, на нее не похож. Но можно сделать ей поплашку, учитывая обстоятельства. Ах, да. Так и быть. А что это еще такое? Какая редкость? Драгоценность? Я почти уверен в том, что исследование настоящее насекомое. Если сделано из золота, значит так оно и есть. Эта статуэтка стояла в саду на крыше. Да, она там уже давно стоит. Как видите, медь слегка потускнела из-за воздействия стихий. Но еще не все потеряно. Можно ее спасти. Еще спасти ее. Четыре пера. Это улика? Правда? Возможно. А теперь насчет фотографии. Ой, мамочки. Вы знаете, кто это? Понятия не имею.
Ага. И скрыто, да, все у нас. Фу, бля. Так, ладно, давайте сделаем таким образом. Погнали к Пенни. Мне нужно посмотреть насчет птичек. Хотя тут ни хера нету. Ладно, где у нас какие головоломки были? Тут какой-то ответ, скорее всего, уже разгадку я должен сделать. Здесь спросить. Так, стоять. Здесь загадка у нас не отгадана. Загадка у нас не отгадана. Еще где-то была. Есть. It's a birdhouse. Are those? Давайте смотреть. Мне так. У меня 7 птиц местами. Типа я должен от цвета подобрать? Серьезно? Nope. There must be something to do with those. Смешивать цвета сложно. Ладно. Красно-синий будет зеленый, если не ошибаюсь. Nothing. I think the birds are. I guess that's it's a family tree. Это the colors and eyes combine as they go down the family line. По мере продвижения по роду. You'll need to start нужно with blue and yellow at the top. И желтого сверху. А. Да ладно. Серьезно? I guess that's wrong. It's a family tree. But you need to start with blue and yellow. Ну, типа... Открытый глаз. Это с этим... Войну... I guess... It's a family. Need to start with blue. I guess... It's a family. Need to start with blue. I guess... It's a family. Need to start with blue. Так, ну правильно. Алло. Смотри. It's a family tree. The colors and eyes combine. You need to start with blue and yellow. С голубой и желтой. Голубая и желтая. Зеленая. По глазам. Плюс средний рот. А тут сильно открытый. I guess that. It's a family tree. You'll need to start with blue and yellow. Да нет, по-любому так, блять. А, ну может быть это, я понял. I'm impressed. Did the door open? What's дверь открылась. Что внутри? Так, измятая бумажка. Разорвана бумажка, смятая в шарик. Внутри обнаружены красные лепестки. На бумаге сложено так. Накорябкана. Теперь уж я ее достану. Лепестки были собраны с красных роз. Растущих в саду на крыше. О.
Мне кажется, мне тут осталось несколько улик еще, ну. Еще должно две быть улики, да, где-то? Понятно, что здесь. А где еще что-то не сделал? Should we take another look? Let's come back later. Для чего? Не пойму-ка я. Ладно, давайте тогда к нему сходим, еще у него спросим, и в принципе можем заканчивать. Ничего себе! Ну все, давайте тогда на этом закончим. Потом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.